Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам рассказать о нашей лодочке Aqua 3600 NDND. У нас второй выход на водоем. Сегодня мы плаваем на пруду. Об этой лодке я записывал подробное видео, подробный обзор на основной канал. А на этом канале просто хочу поделиться, насколько она вместительная, насколько в ней классно плавать. И в частности хочу рассказать про надувное дно NDND, надувное дно низкого давления. Смотрите, нас четверо. Супруга моя Регина, Асланчик сынок. Смотрите, сколько много места. Длина лодки 3600, как я и сказал. Надувное дно. Вот я спокойно встал, хожу. Здесь Асельчик у нас сидит, уже телефон достала. Лодка абсолютно устойчивая. Вот я спокойно стою. Потому что а то многие говорят, что НДНД плохо, на ней тяжело ходить. Ничего подобного. Все очень классно, и места нам вполне хватает. Я думаю, даже можно на небольшой сплав выходить, когда у нас вещи будут, потому что и здесь места много, и сзади места достаточно. Асланчик вон удочку приготовил, сейчас порыбачить попробуем. Это у нас белорецкий наш пруд. Раньше здесь был деревянный мост, самый длинный в России, к сожалению, его не сохранили, снесли. В общем, лодочка классная. Если выбираете лодку для семьи, для 4 человек, то 3600 вполне достаточно. Осталось только прикупить нам двигатель, но это, наверное, уже на следующий год, и сможем спокойно плавать. А сейчас, как видите, мы на веслах. Вот такое небольшое, друзья, видео. На днях собираемся ехать на рыбалочку. Еще что-нибудь интересное про эту лодочку запишу. Ну и про рыбалочку, конечно. Пишите в комментариях, какая у вас лодка, если она у вас есть, и какой двигатель, потому что пока я изучаю, какие двигатели есть, какой лучше приобрести, так что можете в комментариях написать. Ну все, всем удачи, всем пока-пока.